Итак, мы начинаем. Что же нас сегодня ждет? Какое событие? Так. Не понял. А почему написано для элиты 124 сила, для золота 144? Это что за фигня? А? А? Объясните мне. Что это такое? Ха-ха-ха. Видимо, здесь напутали что-то, да? Или будет совсем легко? На это. Ну что ж, пойдем. Посмотрим, что ж там такое. Что ж там такое долгое, сложное. Ну, все, вперед. Все, поезд будет. И... Да, долгое. Ну, давайте посмотрим. У нас команда будет. Ой, блях, это какая-то дичь. Подождите. А, ну там-то, наверное, ваншотное будет, да? Да я просто пламенем сжигаю. Ну так, долго, конечно, но... Сейчас все будет зависеть вот от этого босса. Сложнейшего. Сложнейший босс. А где он? Опа, да-да-да, погибли. Но добьют его, наверное, да? Добили. Так, ну, опять-таки, нельзя так просто. Там какие-то выпали из вора, а я его не заметил. А кто же его добил? А что случилось? Так, ну, надеюсь, сегодня-то у нас будет пати. Ну, кто-нибудь пойдет с нами, а? Ребят, пойдем? Ну, пошли. Ну? Нет? Пойдем. А? Нет? Ладно. Пойду один. Что ж делать? А что, у меня банка, что ли, не работала? Почему так случилось? Ладно, сейчас еще посмотрим. Сейчас мы попробуем еще. Вообще, какое задание у нас? Смотрим. Не показывает почему-то? А почему не показывается это задание вот это? А что если вообще побежать вперед? Просто включить броню и побежать. Ну, погибнем. И вот до сюда добежать и сразу атаковать. Так, ну вроде бы всех победили. Закидываемся. Ну что не срабатывает-то? Так. Ну, затащили. Ой, нет, там кто-то меня потянул куда-то. Ладно, мы успели. Мы успели затащить. Так, ну, никого опять нету. Опять никого нету. Ну, как же так? Нет? Ну ладно. О,
Значит, просто бежим до середины. И все. Броня нам не поможет. Так, мы что-то застряли. Опять застряли. Ладно. Они же нас тормозят. О, здесь я могу, конечно, не выжить. Это было опасно. Это было взрывоопасно. Так, броня у нас работает. Закидываем сюда. Закидываем. А почему не срабатывает? Ух ты, с одного как-то там так хрясь и все как-то некрасиво получилось. Нам даже как-то неудобно. Ну вот. Не знаю. 50 раз вот так ходить. 50 раз. Я не пойду, наверное, 50 раз. О, приглашают нас сыграть. Ну что ж, наконец-то. Наконец-то. Мы сейчас будем ваншотить. Как тут группа? Здрасте. Здрасте. О, ничего себе брони больше, чем у меня. Но ты даешь. Ну, пошли. Может, в одного было так легко? А вдвоем уже будет сложнее. Как и должно быть. А, не та кнопка, не то нажал. Сейчас мы с вами посмотрим. Сейчас мы это увидим. А где у нас монеты? Сколько там еще можно открыть? А где монеты-то? А, все. Сейчас, 32. Еще можно было открыть. Погнали. 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 Ну, мы с вами сейчас уже ходили. Мы пойдем также. Прям в гущу событий. Так, бежим. Конечно, сейчас, может быть, и сложнее будет. Накидываем броню. Уворачиваемся от этого. Тут надо обязательно включить эту штуку, выйти на середину и начать всех мочить. Просто мочить. О, воришка появился почему-то здесь. И уходим дальше. Заваншотиваем. Тихо, не та кнопка. Почему-то, ну, в смысле, та кнопка, но не сработал. Ой, а что случилось? Зависло что-то? А, я тут погибну. Саранча убивает. Я, наверное, погиб. Или выжил. Ну-ка, выжил. Прикольно было. Прикольно. Прям выжил на... Доставалось немножко. Чуть-чуть. Это было интересно. Ну-ка, почему не нажимается? Почему не срабатывает? Фактически мы упали. Мы это с крошкой и енотиком. Крошка и енотик устоял, не упал. Ладно, действительно, давайте уже будем включать здесь почти бессмертие и разносить будет все.
Итак, здесь мы разносимся. И идем дальше. Ну. Да. Прикольно. Так, надеюсь, кто-нибудь добавится еще. И мы втроем будем просто разносить. Тупаем, хлопаем, включаем и погнали. Логистка почему-то здесь появляется, но он, наверное, и должен здесь появиться, по идее. Так, мы просто вынесли. А вот что это такое? Что-то тянет мне куда-то. Ну ладно. Так, а почему я один появился? А-а-а. Так, сколько мы уже сходили? Ну ладно, потом посмотрим. Сейчас не до этого. Так, так, меня остановили. Это провал. Это провал. Не нажимается. Не нажимается кнопка. А почему? А что случилось? Все нормально. Все хорошо. Все великолепно. Там еще кто-то появился? Так, сейчас Потапыч нам поможет. Опа! Что-то случилось. Прикольно. События сегодня сложные. Дичайшие. Сложные. Нам всего лишь-то сходить надо 50 раз. Никто не добавился больше.
Подожди, ты... Как дела не делается? Вот это дичь мы творим. Что вытворяем? Конечно же, наверное, можно его так было побеждать. Ну да. Монетка выпадает часто. Очень. А может, она всегда выпадает? Это неплохо было бы. Так, сразу запускать эту фигню. Не стоит. Не нажимается кнопка-то, а? О, я не выживу, да? Что-то зависло. Ну, это нормально. Обидно было бы так на 25-ке, где одна жизнь. А здесь это нормально. Ну, сегодня у нас как бы 15 легче, чем 12, поэтому лучше на 15 ходить. Или на 25 даже, после 15. Ага. Зато быстро проходим. Ну хорошо, можно не быстро проходить, а вот так. Стоп. Опа. Я идти-то не могу только. А, надо нажать. Ой, а вот что. Кстати говоря. Может, меня, как это называется, остановили, и я не мог ничего делать. Оглушение такое, как бы оцепенение было. Ну, не важно. Надо быть немножко аккуратнее. Чуть-чуть. Так, ну 10 раз мы уже, наверное, сходили, да? Да? Ну. Тут несложно, конечно. Вот 10 раз уже есть. Сколько там уже? 10, ровно 10 есть.
Так. Осталось всего лишь 40 раз, и можно будет уже открывать сейфы и выбивать. Сегодня красивые, между прочим. Мне понравилось. Ну, ладно, не очень понравилось. Вот палки интересные, я таких что-то не очень видел. А то у нас книга. А, у нас книга должна в руках быть. Почему у нас... Ай. Ладно, пускай. Не могу. Ладно, будем идти теперь вот так. Понадежнее. Да, интересно, на авто можно вообще пройти? Он куда-то забежал. Так, вот что это такое было-то? Ну, чтобы это не было, мы... В общем, пропустите, пропустите. Так, событие очень легкое, поэтому мы уже сходили, наверное, 50 раз. И сейчас будем открывать сейф и выбивать этот сет. Вот прям вот так, опа, и прям сейчас начнем открывать. И вот мы, как я и сказал, сходили, но не 50 раз, а 40, и будем открывать сейфы. Начинаем. Начинаем. Опаньки, вы это видели? Первый же сейф. Вы это... Вы... Ну ты видел? Видел это? Вот. Так, ну, тут надо немножко вот так сделать, как бы вот так, хоп-хоп-хоп-хоп. И снимать все это. Все, конечно, мы не сможем снять, потому что как бы эти палочки и книжка... так, снаряжение, да. Вот это да, сразу с первого же сейфа, вот это везение. Ух ты ж, что творится, просто что делается. Если так пойдет, мы... Так, ну ладно. Так, у нас выключено. Вот. Мы все еще с книжкой покамись. Но скоро мы поменяем. Эх. Фактически все выбили. Все самое сложное мы уже выбили. Все. Что осталось? Что осталось? Это мы купим. А остальное фигня осталась. Вот это да. Просто дичайшее везение. Дичайшее.
Сапоги и шлем остался. Давай сапоги. Разрешаем. Эх, не получилось. Так, дичайшее везение закончилось. Так, ну это как-то странно. Ну сапоги самые. Ну где они? Алло. Где отдайте наши сапоги? Да, казалось бы, кто подумал, что сапоги будет выбить сложнее, чем оружие. Да что ж такое-то? Прикольно. Прикольно будет, если эти три вещи так и не выпадут. А как начиналось-то все? Ай-яй-яй. Ну ладно, хоть сапоги вылетели. И то ладно. Это же эти сапоги, да? Других нет. Хорошо, осталось две вещи. И мы... Ну шлем, давай шлем и все. Так, ну все, один сейф остается почти открыть. И надо уже покупать. Ну, наконец-то сапоги начали выпадать. Вторая палка. Да вы что, охренели? А шлем и сапоги не выпадают. Это они сегодня решили пошутить надо. Мы не можем открыть ничего, и поэтому идем покупать. Так, это есть две штуки уже, а это не одной. Ну и покупаем. Так, и шлем остался. 80 камней. Я так понимаю, что нам придется камнями добирать. Все, книги у нас больше нету. А мне и без шлема норм. Тебе видно. Что ты сказал? Говорю, на голову ты отшибленный. Чего? Шлема нет, вот поэтому по голове часто получал. Да нет, нормально. У меня голова крепкая. Ладно, что там осталось у нас? 80. Да, кто мог подумать, что на шлеме мы застанем. 18.
Опа, все. Все. Наконец-то выбили шлем этому дурачку. Ага. Ну все. Мы оделись. Прикольно. Тебе, конечно, нужно будет камни перестанавливать. Это, конечно... Ну ладно. Ничего такой прикид. А что он дает, кстати? Ясно. Так, тут кто-то уже на... Опа. Напрыгал или что-то, от чего остается эти пятна, об которых можно поворачиваться вот так. Опа, опа. Ну ладно, все. Событие завершено. Всем пока.